Неделю назад на узкой, но оживленной дороге по улице Жделева начались ремонтные работы. Сняли старый асфальтобетон, выкопали раскрошившиеся от времени бордюрные камни. Теперь здесь уложат новое асфальтобетонное покрытие и сделают тротуары по обе стороны дороги. Чтобы не усложнять жизнь автомобилистам, работы ведут ночью. Посмотреть, как идет ремонт, приехал глава города Владимир Шарыпов. Мы делаем ремонт полностью и восстановим ту дорогу, которая была по планам города еще в 70-х годах, со всеми необходимыми газонами. К сожалению, не получилось предусмотреть тут расширение парковочных мест из-за того, что теплотрасса идет вдоль дороги. Но, значит, у нас появится еще больше газонов. К сожалению, деревья, кустарники тоже на теплотрассе в охранной зоне не посадишь. Ремонтные работы на улице Жделевой, заезды на нее со стороны Демидовой и Комсомольской обойдутся бюджету в 11,5 миллионов рублей. Если погода не подведет, то не исключено, что уже ко дню города автомобилисты смогут ощутить всю прелесть свежеуложенного асфальта, причем не только на улице Жделева. В настоящее время выполнено восстановление покрытия на улице Свободы, на участке от улицы Калинина до Станиславского, на улице Новгородской, ведущей к утру Митрофанова, а также производится работы по ремонту кольцевого пересечения Текстильщиков и улицы Шубиных. В режиме ожидания капитального ремонта дороги на улицах Любимого, Дзержинского, 8 марта, поэта Назарина, Футбольной. Общая стоимость контракта превышает 62 миллиона рублей. Начало работ намечено на июнь этого года. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.